Зимние дни идут на убыль, но это не повод забрасывать коньки. Русская классика снова на льду. Дружеский хоккейный матч прошел на катке в парке Раздолье. За шайбу боролись команда «Армада» со сборной командой «МГИМО Дипломаты». Для нашего округа это уже давно стало визитной карточкой. Здесь обычно царит уникальная атмосфера. И в том числе потому, что каждый раз, когда мы выходим играть на такую площадку, вспоминаем наше детство, когда после школы бежали играть с друзьями, товарищами, соседями. Такая же теплая атмосфера всегда царит и на матчах русской классики. Гостей угощают горячим чаем и полевой кухней. Год назад эти команды уже скрестили на льду свои клюшки в захватывающем матче. В этот раз игра получилась не менее интересной. Уже в начале игры «Армада» уверенно вырвалась вперед и в итоге одержала победу. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».